С одной стороны, я как патриот своей страны рад, что у нас Олимпиада будет. Не понимаю, почему он оказался в Сочи. Не понимаю вообще, потому что у нас есть огромное количество прекрасных мест в районе Урала, где не очень холодно, но тем не менее яркие, интересные места. Мог родиться какой-то настоящий город, потому что, с другой стороны, закончится Олимпиада, все это будет стоять, никто туда не пойдет. И это очень неудобно, там столько не нужно всего этого. Думаю, что это будет большую часть пустовать, потому что жить там не очень ловко, удобно. До Сочи 70, почти 80 километров до города, и это как бы связь достаточно сложная, трудная. Обменяться почти невозможно. Вот, количество вдолбленных денег очень много. Перебор во всем. И еще нам предстоит чемпионат мира по футболу, где вбухают не меньше, и это тоже страшно на все на это смотреть. Просто я в ужасе на все на это смотрю. Но понимаю прекрасно, что если не Олимпиада, все равно бы ни одного рубля бы не увидел бы ни у кого. И, к великому сожалению, по всей стране не останавливаются, строят стадионы, спортзалы и стадионы. А надо строить больницы и как можно больше выпускать не тренеров, а врачей.